Тут нужно быть осторожнее. Пошло! Врагу не выстоять! Тебе!
следов. Тебе благодарен. Спасибо, друг! Убью! Так, я могу быть счастлива, если мне придется до конца своих дней лицезреть только твою рожу. Она же тебе нравилась! Да. И я хочу получить то же самое, только маленькое и милое. А Стара даст мне ребенка. В этом камне нет магии. К тому же, там волки, большие, с клыками. Я пойду туда. И ты меня не остановишь! Из-за чего ссора? Из-за того, что мой муж трусливее мыши! Я лишь хочу завести ребенка. Не знаю, как я могу с этим помочь. Есть один камень. Место великой силы. Говорят, женщина, что проведет там ночь, забеременеет. От камня? От силы плодородия, что в нем заключена. Я хочу ее испытать. Ты защитишь меня в пути? У всех женщин, что приходили к камню, потом рождался ребенок. Это чудо! Но оно ведь не христианское. Легенда гласит, что Астара, богиня весны, на этом самом месте превратила птицу в зайца. А тот отложил цветные яйца для ее праздника. Это место силы. Птица стала зайцем, тот отложил яйца? Чудно, но наши саги чуднее. Мы пришли. Отойди в сторону, я сам управлюсь. Вот оно.
помощи. Спасибо. Ты спас мне жизнь. Астара, даруй мне свое благословение. Дай мне то, чего я так желаю, дитя. Остара исполнит твое желание. Нужно лишь провести обряд. Вам обоим нужна помощь. Эта женщина пришла, чтобы вобрать силу камня плодородия. Вперед! Все будут довольны. Сколько бы времени и моих сил не понадобилось, я готова. Да сколько же детей здесь зачали? Здесь было много женщин. Да, о да, почувствуй силу богини, бери ее. Но прямо как кукушка. Так много. Да, о да, 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 да. Isso é tudo. Это было инспектор. Это не обир, да ведь еманс во фреш. Ah!
Прикончу!
Так-так. Говори пароль. Что? Открывайте. Нет, так не пойдет. Обязательно нужен пароль. Яблоко. Точно. Приветствуем, покупатель. Добро пожаловать на крошечный черный рынок. Полюбуйся на наши сокровища. Какие сокровища? Что-то не вижу. Вот эти три вещи – волшебные сокровища. У нас есть волшебный ботинок, пестрая ракушка и окаменелый червь. Что из этого тебе нравится? Что-то червь больше похож на палку. Это потому, что этому червю больше 80 бакриллионов зим. Кто им владеет, проживет столько же. Но если потеряешь, обратишься в пыль. О да, поистине могущественная магия. Беру. Живи, пока небо не рухнет на землю. Что-нибудь еще? Красивая ракушка. Внутри нее целый океан. Честно? Вот как. Сомневаюсь. Просто приложи ее к уху и услышишь сам. Что ж, вещь неплохая. Ладно, беру. Да! Снова получилось! Что-нибудь еще? Так уж и быть. Куплю. И не забудь про бесплатный пергамент внутри. Только на крошечном черном рынке. Ты купил все мои сокровища. Спасибо. Это моя лучшая покупка. Прощай, малышка. Чего себе? Пергамент в ботинке оказался манускриптом. Может, это и правда сокровище?
все продала? А то! Потом тащи бабушкин зуб! Он нас озолотит! Носили с умом. Это сделал не разбойник, а опытный воин Сакс. Contoria me es... Help!
спрячешься. Да что происходит? Что-то случилось? Наверное, в кустах. Опять суматоха. Сидишь, что ли?
кустах, значит, прячешься.
Много добра, один не унесу. Накормим же ворона! Эй, я сам не справлюсь! Дал мне сил. Оставлены оружием саксов. Теперь я знаю, где искать убийцу. Сюда, на помощь! Вижу сокровища!
заново! Спи спокойно. Я отомстил за тебя. Подойди-ка сюда!